В городском округе Люберцы продолжается плановая замена лифта в многоквартирных домах. В этом году работа проходит по 12 адресам. Замене подлежит то оборудование, которое отслужило четверть века. Подробности в материале нашего корреспондента. Один из МКД, в котором потребовалась замена лифта, 17-этажная высотка на третьем почтовом отделении. В доме, построенном 28 лет назад, 4 лифта, 2 грузовых и 2 пассажирских. Чтобы не оставлять жителей верхних этажей без средства передвижения, оборудование будут менять по очереди. Стартовали 18.04 апреля, было завезено оборудование и приступили к работе. У нас только сейчас не работает один грузопассажирский, а пассажирский лифт также работает. Да, ввода первый лифт, который мы смонтируем. Первый этап работ – замена лифтов грузоподъемностью 630 килограммов – завершат 2 июня. Затем начнется демонтаж пассажирских лифтов. Их заменят до 1 июля. Мы ставим задачу, чтобы лифтов, которые работают более 25 лет, не было. И мы, по сути, эту задачу, по сути, решили. Все-таки это оборудование, которое несет в себе определенную функцию, оно должно быть запредельно надежным. Потому что, по большому счету, это жизнь человека. Всего в этом году в округе заменят 37 лифтов. 8 новых грузоподъемников уже обслуживают жителей многоквартирных домов, а 11 единиц оборудования в процессе замены. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.